Всем огромный привет, девчонки! Я пережила еще один день диетического питания. Хочу вам сказать, что вчера я его пережила очень даже хорошо, спокойно. Меня не тянуло ни на какую еду в течение дня. И я даже, знаете, как-то морально от этого отдохнула. Сегодня на весах у меня отминусовалось 450 грамм, и я этому очень рада, просто очень. То есть не зря, как говорится, все это делается. Что еще хочу сказать? Так, сегодня утром я уже позавтракала. Значит, про завтрак рассказываю. Я делала творожную запеканку диетическую. Соответственно, не только на себя, но и на членов своей семьи. То есть у меня получился как бы целый поднос. Я сначала себе положила, значит, один кусочек запеканки и кофе налила. Я все это засняла, что я буду есть кусочек запеканки. У меня был 95 грамм, получился на 100 калорий. Ну и кофе там на 4 калории, заменителем сахара. Вот, но когда, вы знаете, я вот эту запеканку уже достала, раскладывала на поднос, у меня как бы появился аппетит очень сильный. То есть я подумала о том, что вот этот один кусочек я им не наемся. То есть я была как бы готова съесть где-то 1, 2 или 3 куска. Вот, но когда, знаете, я записала вот это видео с тем завтраком, который бы я хотела, чтобы у меня был вот один кусочек, я потом думаю, ладно, если я сейчас вот съем его, этот кусочек, и захочу еще, я тогда съем еще и еще, сколько это будет нужно в пределах калорийности. Но планировала где-то на 300 калорий вписаться. Думаю, и тогда перезапишу видео, так как у меня остались еще кусочки запеканки, тогда положу их на тарелку и, в общем, скажу, сколько я всего съела этой запеканки. Ну, а вы знаете, что я позавтракала, я выпила, кстати, пол чашки кофе только, и запеканку эту съела. Когда я ее съела, вы знаете, я наелась. То есть я четко поняла, что я не хочу ни второй, ни третий кусочек. То есть я реально конкретно наелась. Меня это тоже, кстати, порадовало. И я вот поняла, что есть вот этот вот аппетит зверский, да, и голод ваш. Это, и что это совершенно разные вещи. И что аппетит, если вот он у вас уже как бы такой, ну, скажем так, большой, сильный аппетит, его нужно, конечно, как-то контролировать, да, то есть, наверное, не отказывать себе в чем-то, но пробовать сначала съесть маленькую порцию, да, то есть маленькую порцию что-то съели, там, не знаю, 5-10 минут подождали, пришло у вас насыщение или нет. Если насыщение не пришло, ну, там еще себе положить немножко, да, но сегодня хорошо, что у меня вот так вот все прошло, что я все-таки, ну, наелась этим кусочком. И так вот я себе, конечно, представляю вообще питание вот это вот на 500 калорий. Первые 2 дня было очень тяжело мне, были мысли сорваться, сейчас таких мыслей вообще у меня нет. То есть вчера день прошел спокойно, таких мыслей нету. Никакого вечером у меня голода не было вообще. То есть, значит, еще знаете, как у меня возникали мысли, думаю, может быть, мне кушать один раз в день, но есть побольше, как бы, да, там есть один раз в день на эти 500 калорий, потому что я была уже на интервальном голодании, когда ела один раз в день, и, в принципе, я нормально это все переносила до того момента, пока я не смогла есть в одно и то же время. А когда вот интервал увеличивается, там уже трудно как раз вот аппетит контролировать, можно переесть. Вот, но сегодня я уже так подумала, так как я наелась вот этой вот порцией 100 грамм, да, и пол чашки кофе выпила, пол чашки кофе у меня где-то это 125 грамм. Я подумала, что 500 калорий можно распределять как бы вот по чуть-чуть, то есть что-то съедать такое на 100 калорий, но, к примеру, там каждые 3 часа, да, то есть чтобы, ну не знаю, не голодать, например, или чтобы вот это вот ложное такое состояние, да, не заставило вас переесть. Вот. Поэтому я буду пробовать кушать чаще, но поменьше. Вот. То есть что-то в пределах 100 калорий. Попробую. Слушайте, а попробую по поводу вот этих бананов черненьких. Это же взял ребенок себе их. Но у меня никто не стал их есть, потому что они вкусные, они очень сладкие, но им не нравится вот этот цвет коричневый, непонятный, как-то банан выглядит. И поэтому эти бананы, короче, ем сейчас я. Их там на самом деле немного, где-то штучки 4 или 5 в упаковке. Вот, 100 грамм, короче, этих бананчиков всего лишь. Так что такие дела. В общем, всем я желаю отличного настроения, отличного похудения.
А сейчас я покажу вам свои тарелочки. Всем доброе утро! На завтрак у меня запеканка диетическая из обезжиренного творога, 95 грамм этот кусочек, и кофе с заменителем сахара. Всем желаю приятного аппетита! От первого приема пищи у меня прошло 3 часа, и я решила съесть еще один кусочек творожной диетической запеканки. Всем желаю приятного аппетита! Следующий прием пищи у меня тоже спустя 3 часа. Здесь кусочек омлета на 100 грамм. Куриное филе запеченное 100 грамм, сметана и горчица, салат листовой 70 грамм и чай без сахара. Всем желаю приятного аппетита! В общем, что у меня получилось? Я уже поела, съела я весь салат и половина того, что у меня было на тарелке. В общем, мне кажется, что ориентировочно 100 грамм, то есть больше половины омлета, и тут еще был небольшой кусочек мяса и пол чашки чая. Вы знаете, что я наелась? Для меня это какое-то такое необычное чувство, с учетом того, что я обычно привыкла переедать, я могу съесть запросто там пачку вафли 300 грамм, там пачку пряников полкило там, или 450 грамм. Здесь, вы знаете, я вот четко, ну, как бы ощущаю, что я есть больше не хочу. Я не знаю, может быть, вот эти листья салата заполняют как-то желудок и приходит чувство насыщения. В общем, я не поняла на самом деле, даже не разобралась, но решила вот эту порцию оставить. Может быть, я через 3 часа захочу есть и тогда вот эту порцию съем. Потому что на вечер у меня еще осталось 100 калорий. И я, знаете, я подумала, как бы мне их распределить. Думала, может быть, съесть 2 яблока по 100 грамм. Вот, как раз они зеленых, как раз они у меня вот впишутся в 100 калориях. Думала вот об этом, но сейчас как-то поворот, видимо, у меня идет в другую сторону, и, ну, возможно, что-то захочется другого, я не знаю даже как, с учетом того, что это вот у меня осталось. Вот, для меня новое состояние, вот это вот такое интересное, что, кажется, я могу наедаться небольшим объемом, вот, а не обязательно громадным. Так что такие дела. В общем, всем желаю приятного аппетита, девчонки, и отличного похудения. Прошло 3 часа, я решила доесть то, что я не доела в предыдущий прием пищи. Здесь в общей сложности 100 грамм, 70 грамм куриного филе и 30 грамм оставшегося омлета. Всем желаю приятного аппетита. Это мой последний прием пищи. Рыбный суп, порция 200 грамм. Всем я желаю приятного аппетита, отличного похудения. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока!